Я хочу поприветствовать всех вас сегодня из Берлина, Германии. Сегодня совершенно особенный день, потому что мы запускаем следующую крупную версию Nextcloud, которая называется Nextcloud Hub 8. Nextcloud Hub — это, конечно же, инструмент для общения и совместной работы с другими людьми через интернет, что в наши дни очень-очень важно. Как вы, наверное, знаете, главное отличие крупных технологических компаний заключается в том, что ваши данные всегда остаются под вашим контролем. Вы можете использовать их везде, где захотите, и это абсолютно безопасно. Кроме того, у них на 100% открытый исходный код, что дает вам полный контроль над вашей цифровой жизнью и вашей цифровой судьбой. Что лично меня действительно мотивирует в Nextcloud, так это то, что я не хочу жить в мире, где примерно 5 крупных технологических компаний контролируют все наши данные и все наше будущее. Для меня это настоящая антиутопия. Итак, мы в Nextcloud предоставляем лучшие этические решения. Таким образом, мы следуем нашим основным ценностям. И эти основные ценности я хочу показать вам сейчас в этом видео. Мы считаем, что неприкосновенность частной жизни является фундаментальным правом человека, и каждый должен иметь доступ к защищенной связи, свободной от слежки. Мы создаем децентрализованные продукты в качестве альтернативы централизованным платформам. Люди могут выбирать, что они хотят и где они этого хотят. Мы верим в открытый исходный код и открытые стандарты. Открытый исходный код — это единственный способ для пользователей доверять своим устройствам. Мы ценим экологичность, защиту людей, общества и окружающей среды. Мы считаем, что доступность — это фундаментальное право человека, и технологии должны быть доступны каждому. Время наших пользователей очень важно для нас. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы сделать Nextcloud простым в использовании. Мы поощряем разнообразие, от инноваций до прозрачности и сотрудничества. Работа с нашими сообществами, поддержка маргинализованных людей приводит к лучшему результату. Хорошая сторона Nextcloud Hub заключается в том, что это решение подходит для всех. Им пользуются домашние пользователи, им пользуются школы, им пользуются некоммерческие организации и, конечно же, компании. Но в этом выпуске мы хотим сосредоточиться на одной конкретной группе — государственном секторе. Государственный сектор — это, конечно, города, сообщества, правительства, всевозможные организации, которые действительно заботятся о защите данных граждан. Именно поэтому Nextcloud Hub так важен. С помощью этого релиза мы улучшаем производительность, функциональность, гибкость, скорость, как и все остальное. Но мы хотим взглянуть на улучшения через призму государственного сектора. И чтобы показать вам все замечательные улучшения, все то, что мы сделали с этим релизом, я хочу поручить команде Nextcloud показать вам все в деталях. Всем привет! А теперь давайте изучим файлы Next. Именно там хранятся ваши документы, фотографии и видеозаписи. Next Files — это мощная система управления документами, позволяющая легко получать доступ к вашим документам и обмениваться ими, где бы вы ни находились. Сегодня, чтобы было проще представить все улучшения, которые мы сделали в реальном рабочем процессе, мы создали пример. Сегодня мы рассмотрим эти функции глазами некоммерческой организации Международного альянса Voice International Alliance. Теперь это глобальная организация, борющаяся за свободу. Слова. Мы подумали, что это, конечно, хорошо вписывается в то, чем мы занимаемся. К тому же у них много местных офисов, в том числе в Париже и Нью-Йорке. Сейчас в нашем сюжете они готовятся к празднованию Всемирного дня свободы печати. И мы следили за командой из 4 человек, работающей над этой задачей. Сейчас, занимаясь коммуникациями, Кристин работает над передачей и получением тонны документов. Теперь у вас, возможно, тоже есть это, и временами это может быть немного утомительно. Теперь у Next есть несколько способов помочь вам. Когда вы войдете в систему, вы увидите рекомендуемые файлы в верхней части окна просмотра файлов. Кроме того, Next также отслеживает взаимосвязи между файлами. Таким образом, он показывает вам документы, которыми пользуются одни и те же люди. На левой боковой панели вы можете найти последние файлы, ваши любимые файлы, файлы, которыми вы поделились с другими пользователями и так далее. В этом выпуске мы добавили личные файлы. Так что здесь показаны только те файлы, которые являются вашими и не были переданы вам другими людьми или компанией. Теперь есть еще один способ найти ваши файлы, и Кристина использует вот это поиск. Так вот, она ищет отчет о правах человека, который она находит здесь, в чате, отфильтровывая сообщения, относящиеся именно к этому разговору. Теперь она также ознакомится с отчетом, прежде чем делиться им дальше. Теперь вы можете обнаружить, что получаете файлы в чате, а затем постоянно открываете их во вкладках. Теперь с помощью Hub 8 вы можете просматривать и даже редактировать документы прямо в чате. И это касается не только разговоров. Кристин также может добавить ссылку на файл в DEX с помощью функции интеллектуального выбора.
а затем она может выбрать, чтобы он был встроен, чтобы она могла просматривать его прямо в карточке колоды. Она может прокрутить его, чтобы увидеть, не пропало ли чего-нибудь, и что еще круче. Она может нажать маленькую кнопку редактирования и немедленно исправить заголовок, например, чтобы сделать его более ярким. Чуть-чуть побольше. Так вот, программа SmartPicker — это действительно фантастический инструмент для создания всевозможных ссылок и контента в ваших документах. С добавлением большего количества интерактивных виджетов, она становится еще более мощной. Вы можете ознакомиться с этими интерактивными виджетами в остальной части презентации и, конечно же, во время использования Nexet Hub. А теперь давайте вернемся к Кристине. Итак, отчет содержит некоторые конфиденциальные данные. Поэтому, когда Кристин делится ими, она использует новую функцию ограничения загрузки, чтобы убедиться, что они доступны только один раз. И, конечно, вы также можете разрешить 3 загрузки или 5 или любое количество, которое ему нравится. Теперь, когда отчет готов, она может создать отдельную ссылку, которая позволит поделиться им более широко. Теперь это стало еще проще благодаря генерации QR-кода. Таким образом, с помощью QR-кода получатели могут просто отсканировать QR-код своим телефоном, чтобы получить доступ к файлу. Это проще простого. Сейчас Кристин работает над отчетом, так как ему нужна пара хороших фотографий. Но, к счастью, у нее есть куча фотографий, и поэтому в приложении «Фотографии» она может просматривать эти фотографии. А затем на восьмом узле мы сделали возможным выбрать папку, в которую вы помещаете все свои фотографии, чтобы в приложении «Фотографии» ваши личные фотографии не смешивались с забавными подарками, которые вы получили в мем-чате компании. Так что да, эта функция была очень востребована, поэтому мы очень рады, что смогли предложить ее вам. А теперь, говоря о фотографиях, мы также создали красивый виджет «Фото дня». А здесь представлены прошлые снимки из вашей коллекции. Так что знаете, вы можете каждый день наслаждаться очень красивым снимком, который вы сделали в прошлом. А теперь, прежде чем приступить к работе, следующий снимок Кристины. На сервере Hub были обновлены некоторые новые функции приложения. И в этом выпуске мы представляем новое всплывающее окно, которое отображается всякий раз, когда приложение было обновлено, и может быть заполнено разработчиком приложения, чтобы дать вам обзор возможностей приложения, улучшения, которые были внесены в приложение. Чтобы помочь администрациям находить новые приложения, мы также создали новый раздел Discover в нашем магазине приложений, который поможет разработчикам рекламировать свои приложения, по сути, для более широкого сообщества. Кристин делится отчетом через NexAloud, и она знает, что получатель может получить к нему доступ, даже если он использует специальные инструменты, такие как программы для чтения с экрана. Компания Nexa Enterprise недавно получила европейский сертификат доступности, который часто требуется для использования в государственном секторе и на крупных предприятиях. Очень многие наши клиенты спрашивали об этом. Так что если это мешает вам и вашей организации, обратитесь к своему менеджеру по работе с клиентами. Мы можем помочь вам начать работу с этим. Там было много всего интересного, так что позвольте мне подвести итог. Мы ввели одноразовые ссылки для скачивания. Мы позволяем вам редактировать ваши файлы прямо там, где вы их связываете, либо на доске объявлений, либо в документации, либо в обсуждении, и вы увидите больше этого. Мы предоставили пользователям наших фотографий одну из самых востребованных функций. Теперь вы можете выбрать папку фотографии, и мы проделали большую работу по обеспечению доступности. Так что мне действительно не терпится услышать, что вы думаете о Nexa. Восьмая ступица. А теперь я хочу пригласить Анну на сцену. А теперь я покажу вам, что мы улучшили в приложениях Nextcloud Grouper. Nextcloud Grouper объединяет календарь, контакты, почту и другие функции повышения производительности, чтобы помочь командам выполнять работу быстрее, проще и на ваших условиях. В офисе французского филиала сотрудник по защите интересов Николь Вёрт открывает свой ноутбук, и ее приветствует почта NexHub в новом эффективном режиме с двумя столбцами. В ее почтовом ящике выделяется электронное письмо от Николь Шоп, помеченное как срочное и конфиденциальное, с одноразовой ссылкой для скачивания в электронном письме. Николь нажимает на ссылку и загружает документ в свою папку Nextcloud Hub. Приложение Mail разработано для того, чтобы облегчить жизнь таким пользователям, как Николь. Она может установить напоминания по электронной почте. Почтовый ящик, созданный с помощью искусственного интеллекта, помогает ей сосредоточиться на самых важных письмах. Подписи с MIME и шифрование делают электронные письма более безопасными, а общие почтовые ящики облегчают совместную работу. А теперь давайте посмотрим на некоторые новые вещи. Предлагаемые ответы. Николь особенно рада предложенным ответам, как новые функции в Hub 8. Они генерируются помощником Nextcloud на основе электронных писем, которые вы читаете. Читая это электронное письмо, Николь выбирает одно из предложений. В данном случае «Спасибо, я этим занимаюсь». Ответ будет автоматически добавлен в ответное электронное письмо. Предлагаемые ответы содержат информацию обо всех языках, которые поддерживаются используемой большой языковой моделью. Мы подробнее поговорим об этом позже в нашей презентации. Вернувшись в штаб-квартиру, Кристине нужно записаться на встречу, для чего она использует приложение «Календарь». После добавления некоторых участников пришло время выбрать свободное время. Я уверена, что вам это знакомо. Во сколько освободятся остальные?
В восьмом узле календарь автоматически предложит первое время, которое будет бесплатным для всех участников, с учетом их встреч, настроенных рабочих часов и часовых поясов. Кристине понравилось это предложение, и она приняла его, отправив приглашение Николе и Адриану. Кристин добавляет некоторую информацию в переговорную комнату для встречи, которую она запланировала. С помощью умного выбора она вставляет в календарь ссылку в чат переговорной комнаты. Теперь все члены команды смогут ознакомиться с расписанием проекта на этот месяц. Давайте посмотрим на эти функции в действии в этом видео. Программное обеспечение NextCloud Groupware поможет вам управлять электронной почтой, задачами и встречами. Оно разработано для того, чтобы облегчить вашу жизнь и сэкономить ваше время с помощью помощника NextCloud Assistant. Например, при чтении почты вы можете наткнуться на сообщение, которое, по вашему мнению, заслуживает коллективного обсуждения. Когда вы создадите встречу с помощью NextCloud Mail, ассистент предложит соответствующий заголовок и описание на основе этого сообщения. В работе с электронной почтой, конечно, есть и другие проблемы, помимо создания задачи приглашений в календарь. Управление объемом работы с электронной почтой может оказаться сложной задачей. Новый облачный ассистент поможет вам в подведении итогов длительных обсуждений по электронной почте. А когда вам нужно отвечать на электронные письма, он предлагает варианты ответов, чтобы сэкономить ваше время. Вы просто выбираете лучший ответ, вносите свои собственные правки и отправляете его. Наше приложение для календаря тоже очень умное. Мы все сталкиваемся с проблемой координации встреч с несколькими коллегами, у каждого из которых свой плотный график. Календарь NextCloud поможет вам в этом, предложив первый доступный временной интервал, который подходит для всех, кого вы хотели пригласить, с учетом их доступности и часовых поясов. Программное обеспечение NextCloud Groupware широко доступно из других приложений в NextCloud Hub. Вы можете поделиться карточкой из колоды в комнате обсуждения или перейти по ссылке на календарь. Эта интеграция означает, что NextCloud Hub — это нечто большее, чем просто сумма его частей, предоставляя вам и вашей команде все более эффективные способы поиска данных, обмена ими и работы с ними. Мы с нетерпением ждем возможности узнать, как NextCloud Hub помогает вам быть продуктивным, и какие идеи у вас могут возникнуть для дальнейшего улучшения ситуации. Вместе мы сделаем NextCloud еще лучше. Мы внесли множество улучшений в Groove, чтобы облегчить вашу трудовую жизнь. Лично я считаю, что встроенные календари — моя любимая функция. А какая у вас? Я хочу попросить мисс Рай из нашей команды дизайнеров выйти на сцену и рассказать об улучшениях в офис и совместной работе. Давайте посмотрим на улучшения в Declare Office. Elle Office — это мощный онлайн-офисный пакет с возможностью совместного редактирования. Он поддерживает все основные форматы файлов документов, электронных таблиц и презентаций и работает во всех современных браузерах. LexCloud Office создан совместно с Collabora Productivity. Давайте взглянем на то, как NLS, Кристин и их коллеги объединяются для выполнения работы. В этом выпуске мы превратили нашу функцию «Круги» в командную. Команды — это то, как вы можете создавать группы и управлять ими как пользователь. Группы создаются и управляются в приложении «Контакты». Любой пользователь может создавать свои собственные команды, просматривать другие команды и присоединяться к ним. Команда может быть создана для вашей собственной организации или открыта для присоединения других пользователей. Существуют также некоторые функции безопасности, настраиваемые для команд, например, общие ресурсы, защищенные паролем. Теперь, когда Кристина создала свою команду, она может видеть членов команды на странице. А ниже приведен обзор ресурсов, которыми команда пользуется совместно, таких как чаты, места хранения, документация, календари, доски проектов и многое другое. Давайте посмотрим, как работает функция Teams в действии. Наша новая функция Teams в восьмом узле предназначена для того, чтобы сделать управление группами проще, чем когда-либо. Мы упростили обработку различных уровней доступа и разрешений, а также упростили просмотр того, какие ресурсы используются совместно с командой. Команды можно создавать в приложении «Контакты». Там вы можете добавлять членов команды и решать, как вы будете управлять командой в дальнейшем. Будь то облегчение обмена всеобъемлющей базой знаний через коллективы, доступной для всех соответствующих команд, или предоставление руководителям проектов эксклюзивного доступа к NextCloud Deck, нашему интегрированному инструменту Kanban проекта. Функция Team упрощает управление и контроль доступа по всему хабу. Так вот, это была функция Teams в NextCloud Hub, которая изменила правила совместной работы в команде. А теперь давайте взглянем на Анализ, ответственную за организацию мероприятия, посвященного Всемирному дню свободы прессы. Ей приходится работать с личными заметками, а также редактировать повестки дня и другие документы и обмениваться ими. Поэтому у нее много работы, требующей редактирования документов в режиме реального времени вместе с коллегами. И хорошей новостью для нее является то, что эти функции уже глубоко внедрены в NextCloud. Кроме того, Анализ хочет собрать информацию о посетителях с помощью
помощью опроса во время этого мероприятия. И для этого она использует форму Nextlot, создавая онлайн-анкету. Она связывает эту форму с соответствующей электронной таблицей Nextlot. Эта новая функция отправляет обновления в электронную таблицу в режиме реального времени с каждой новой записью в формах. И эта интеграция превращает электронную таблицу в динамически организованное хранилище данных участников опроса. Чтобы сохранить некоторую целостность данных, поскольку она сотрудничает с различными подразделениями ВАЭ, она, по крайней мере, блокирует ячейки в электронной таблице. Эта простая мера гарантирует, что собранные данные останутся неизменными. И чтобы распространить информацию об опросе, аналист также хочет поделиться некоторой справочной информацией об опросе в некоторых рекламных листовках. И она делает это, создавая коллективную страницу с информацией об опросе и размещая публичную ссылку на эту страницу. Она вставляет эту ссылку в функцию вставки QR-кода в Nextcloud Office. Автоматически создается QR-код, который она вставляет во флаер. И теперь любой желающий может отсканировать его, чтобы легко ознакомиться с информацией и принять участие в опросе. Мы говорили о том, как находить ваши данные в документах и обрабатывать их, но Nextcloud также является мощным инструментом для обработки структурированных данных. Таблицы Nextcloud позволяют отслеживать разнообразную информацию, поддерживающую различные типы контента, включая ссылки на ресурсы Nextcloud, такие как конференц-залы, колоды карт и так далее. Включайся. Допустим, ваша организация использует таблицы Nextcloud для отслеживания отпусков, расписания релизов и для управления событиями. Поэтому, если вы хотите запросить отгул, вам нужно найти таблицу запросов на отпуск. Но в Nextcloud Hub 8 мы внедрили гораздо более быстрый способ доступа к этим таблицам. С помощью Hub 8 вы можете объединить свои таблицы в приложение. Выберите любое количество просмотров из любого количества таблиц, создайте приложение, и пользователи смогут найти их в верхней панели. Теперь для ввода или просмотра запросов на отпуск просто нужно зайти в приложение и делать то, что вам нужно. Давайте посмотрим, как все это выглядит на видео. В прошлом году мы изменили обмен данными и управление рабочими процессами в Hub, запустив Nextcloud Tables. Эта функция действует как платформа без кода, позволяя пользователям создавать настраиваемые таблицы для различных типов данных, таких как текст, ссылки, цифры, индикаторы выполнения, звездные рейтинги и многое другое. Таблицы упрощают разработку, управление и совместное использование ваших данных внутри вашей организации и за ее пределами. Теперь с помощью Hub 8 мы еще больше улучшили таблицы, внедрив приложение для таблиц. Эта новая функциональность позволяет пользователям объединять различные таблицы и представления в комплексные приложения, доступные непосредственно из строки меню Nextcloud Apps. Представьте, что вы оптимизируете свои кадровые процессы с помощью интегрированного кадрового приложения для запросов на отпуск с конкретной таблицей для ожидающих утвержденных и ожидающих одобрения менеджеров. Объедините это с таблицей командировочных расходов, ожидающих утверждения и возмещения. Когда вся эта информация будет объединена в одном приложении, ваш кадровый процесс станет более эффективным и доступным. Благодаря новым приложениям для работы с таблицами в Hub 8 вы сможете легко, эффективно и совместно управлять своими данными и потоками. Вот и появились таблицы Nextcloud, наше универсальное решение для структурированных данных, и мы надеемся, что вам понравится им пользоваться. Это несколько значительных улучшений, но прежде чем закончить, я хочу упомянуть еще о нескольких, потому что, как всегда, происходит еще много чего интересного. Офис Nextcloud в восьмом узле значительно повысит вашу производительность. Наслаждайтесь значительно более быстрым доступом к документам и меньшими объемами операций, благодаря различным оптимизациям, таким как сокращение времени загрузки документов в 2 раза, ускорение обработки в 18 раз для более быстрого просмотра, плавное сохранение фона, исключающее перерывы в работе и многим другим улучшением производительности. Мы также рады поделиться с вами тем, как Nextcloud Hub 8 значительно улучшает функциональность PDF-файлов, уделяя особое внимание повышению доступности и совместной работе. В следующем слоте Hub 8 по умолчанию экспортирует документы в формат PDF 1.7, что делает документы более доступными, адаптируемыми для различных устройств. А благодаря гибридным форматам PDF, теперь вы можете вставлять редактируемый ОДД в документ в формат PDF, повышая гибкость документа и улучшая совместную работу. В каждом выпуске Nextcloud Office обеспечивает улучшение функциональной совместимости для обеспечения бесперебойной работы на разных платформах. В восьмом хабе мы улучшили совместимость с Google таблицами. Таким образом, копирование и вставка данных больше не приводит к потере форматирования. Мы также улучшили поддержку EVG для получения кристально чистого изображения и внедрили совместимость с графикой EMF.
Еще одно замечательное усовершенствование — Smart Justify, благодаря которому переход с Microsoft Word на Nextcloud Office стал еще более плавным. Последнее усовершенствование Smart Justify было фактически поддержано Европейской комиссией MillNet, демонстрируя синергию, достигнутую благодаря объединению усилий государственных структур и сообществ с открытым исходным кодом. Итак, таковы улучшения в офисе Nextcloud для восьмого узла. Лично мне больше всего нравится возможность создавать свои собственные небольшие приложения с использованием таблиц и функции командной работы. Но все же расскажите нам, что вы об этом думаете. А для следующего существенного улучшения я хочу пригласить Джослин на сцену. Всем привет! Я рада представить несколько важных улучшений и новых функций для Nextcloud Talk. Nextcloud Talk обеспечивает конфиденциальность и безопасность ваших онлайн-разговоров, встреч и видеоконференций. Объединяя онлайн-чат с видеоконференциями и презентационными инструментами, Nextcloud Talk представляет собой полноценный видеочат, идеальную платформу для вебинаров и мощный инструмент для совместной работы. Давайте вернемся к Кристине, одной из моих любимых новых функций в Talk. Она была взволнована, увидев сообщение Адриана, появившееся на ее смартфоне. Она ответила и не заметила его опечатку. В Hub 8 сообщения теперь можно редактировать быстро и легко. Это настоящая палочка-выручалочка. Кристине нужно обсудить со своей командой график мероприятий, посвященных Всемирному дню свободы печати. Она создает таблицу внутри текстового файла с предложенной временной шкалой и делится ею в ходе беседы. Она копирует таблицу из текстового файла и вставляет ее в беседу. В восьмом узле ток может красиво отображать таблицы оценки. Теперь команда может оставлять отзывы о временной шкале даже со своих смартфонов. В качестве дополнительного дополнения во время разговора в Nextcloud Talk вы теперь можете видеть говорящего в виде пузырька во время совместного использования экрана. И если он блокирует важную часть слайда, вы можете переместить этот пузырь. Сейчас самое время для ознакомительного звонка волонтерам. Во время мероприятий все они должны быть одеты в одинаковые футболки. Используя опросы и приложение Talk, Адриан просит Стэм проголосовать за цвет. Hub 8 выводит опросы на передний план во время разговора. Никто не может пропустить это. Адриан должен представить проектное предложение для программы юридической защиты и поддержки. Благодаря интерактивным файловым виджетам, представленным в Hub 8, он может попросить команду добавить свои отзывы непосредственно в файл, не прерывая звонок. Адриан открывает Smart Picker и выбирает файлы. В файловом менеджере он находит проектное предложение и вставляет интерактивный виджет прямо в чат. Теперь все члены команды могут добавлять свои заметки в документы, не открывая никаких файлов. Это полезная функция для совместной работы в удаленных командах. Мы возвращаемся к Кристине. Как координатор по коммуникациям, она отвечает за процесс адаптации новых региональных филиалов. Сегодня она знакомится с новым партнером в США. Региональные партнеры поддерживают свой собственный локальный сервер Nextcloud для обеспечения суверенитета, безопасности и конфиденциальности данных. Эти отдельные экземпляры Nextcloud немного усложняют взаимодействие. Вы, конечно, хотели бы иметь возможность общаться с несколькими людьми в одном месте, но наличие учетной записи на каждом из этих серверов не обязательно. С этим действительно легко справиться. VIA полагается на Nextcloud Talk для общения с оригинальными партнерами, используя новые федеративные чаты в восьмом узле. Таким образом, люди могут присоединяться к чатам, даже если они не все находятся на одном сервере. Позвольте мне показать вам, как это просто. Кристин использует облачный идентификатор Адриана, чтобы пригласить его в групповую беседу. Адриан видит уведомление. Это приглашение Кристины присоединиться к их групповому чату. Он принимает запросы и сообщения Кристины со своего локального сервера Nextcloud, чтобы передать ей привет. Давайте рассмотрим новые функции, которые мы только что обсуждали. Nextcloud Talk позволяет вашей команде общаться в любое время и в любом месте, предоставляя вам полный контроль над вашими данными, вашей конфиденциальностью и вашей безопасностью. Ранее, когда вы общались с внешними пользователями, такими как клиенты, партнеры и другие, вам приходилось приглашать их в качестве гостей на ваш экземпляр Nextcloud. Теперь в Hub 8 вам не нужно явно приглашать внешних пользователей в качестве гостей, чтобы разрешить им доступ к вашим разговорам Nextcloud Talk. С помощью федеративных чатов теперь вы можете приглашать внешних пользователей Nextcloud с их облачным идентификатором присоединиться к вашим разговорам. Когда они примут ваше приглашение, они смогут участвовать в вашем разговоре, даже не покидая своего собственного экземпляра Nextcloud.
Вы сохраните полный контроль, поскольку данные о разговоре никогда не покинут ваш экземпляр NextCloud. О нет, вы неправильно написали слово «хороший» в своем сообщении. Только с одним «о». Не беспокойтесь. В восьмом узле вы теперь можете редактировать свои сообщения и общаться с помощью настольных и мобильных приложений. Нет необходимости удалять сообщения и переписывать их заново, чтобы исправить их. С помощью Hub 8 мы также обогатили текстовые сообщения, добавив поддержку таблиц, списков задач, зачеркивания и многого другого. Сегодня персонализировать свои идеи и делиться ими стало проще и быстрее. Команды в тысячах организаций используют видеоконференции в NextCloud Talk для проведения виртуальных встреч и вебинаров. Наши функции опросов предназначены для того, чтобы помочь вам собрать информацию и отзывы от большой аудитории во время телефонного разговора. Результаты опросов теперь отображаются в верхней части экрана, так что их никто не пропустит. Обмениваться файлами в NextCloud Talk всегда легко. Мы предложили расширенный просмотр ссылок, показывающий информацию о колоде карт или предварительный просмотр изображений. Теперь мы также предоставляем вам содержимое таких документов, как PDF-файлы, файлы заметок и даже полноценные документы Office. Помимо их показа, мы хотим сделать еще один шаг вперед и предоставить вам возможность редактировать заметки о звонке или добавлять быстрый элемент в таблицу в документе Office прямо там в твоем чате. Мы внесли еще много небольших улучшений в NextCloud Talk, например, как мы показываем говорящему, который делится своим экраном во время разговора. Или как теперь вы можете протестировать свои колонки в настройках устройств, прежде чем присоединиться к вызову. В этом выпуске NextCloud Hub представлена лучшая версия, которая делает ваши звонки и ежедневное общение в чате проще и увлекательнее, чем когда-либо. Мы надеемся, что вам понравится NextCloud Talk, и мы с нетерпением ждем ваших отзывов. Вот и все. Позвольте мне подвести итог. В следующем выпуске Cloud Hub 8 мы представим приятные всплывающие окна для презентаторов в разделе «Общие экранные ресурсы», «Федеративный чат» и многое другое. Одним из моих любимых обновлений, безусловно, является редактирование сообщений. Я действительно рада, что теперь это возможно в ТОК. Теперь я собираюсь обратиться к Джосу за следующими улучшениями. В конце дня вы закончите свои последние дела и отправитесь домой. И, конечно же, вам не нужно ждать следующего облака. Поэтому мы всегда прилагаем много усилий, чтобы ускорить процесс. Теперь производительность и масштабируемость не только помогают снизить затраты на запуск экземпляра NextCloud, но и более эффективное программное обеспечение улучшает окружающую среду за счет снижения энергопотребления. Таким образом, NextCloud уже обладает действительно хорошими навыками. У нас есть навыки в области IT для очень маленьких устройств, таких как Raspberry Pi, вплоть до большой установки Kubernetes, где в одном кластере могут работать миллионы пользователей. Например, такая крупная установка, запущенная из Magenta Cloud в Deutsche Telekom. Теперь иногда требуется еще более масштабная установка. Вы хотите иметь возможность обслуживать еще большее количество пользователей. И для этого у нас есть уникальная архитектура глобального масштаба. Теперь, благодаря глобальному масштабированию, у вас могут быть десятки миллионов пользователей, даже сотни миллионов в Excel Surface, которые работают распределенно по нескольким центрам обработки данных, даже на разных континентах. Одним из примеров этого является сервис Claro Drive компании America Mobile. У этого сервиса более 20 миллионов пользователей, и он распространяется по четырем различным жилым центрам в Центральной и Южной Америке с использованием навыков Exit Global. Однако мы постоянно работаем над дальнейшим повышением масштабируемости. В рамках этого и будущих договоров аренды мы работаем над сегментированием базы данных. Это означает, что база данных NextCloud может быть разделена на несколько меньших баз данных, которые затем могут быть распределены по нескольким серверам. Базовая работа для этого изменения уже доступна в восьмом узле, и мы продолжим внедрять эти функции в течение следующих нескольких месяцев. Итак, есть одно улучшение, но мы вносим второе улучшение в базу данных. И это улучшает поведение базы данных при чтении после записи. Теперь при текущей архитектуре NextCloud требует синхронной репликации, что означает, что если вы пытаетесь запустить кластеризованную базу данных, вы ограничены примерно четырьмя узлами. В будущем мы хотим поддерживать неограниченное количество узлов чтения, использующих асинхронную репликацию. Это усовершенствование, которое уже является частью восьмого узла, вместе с сегментированием базы данных действительно повысит масштабируемость NextCloud. И мы ожидаем, что вы сможете обслуживать в 10 раз больше пользователей в одном кластере NextCloud, что означает снижение затрат, повышение эффективности, и, конечно, это позволит лучше использовать энергию.
Теперь, помимо улучшения масштабируемости очень больших экземпляров, мы также хотели повысить производительность повседневного использования Nextcloud. Таким образом, мы внесли массу улучшений, которые позволят пользователям сделать следующий шаг во внешнем интерфейсе. Несколько примеров этих изменений приведены слева, а некоторые примеры результатов вы можете увидеть справа. Таким образом, мы действительно работали над сокращением объема данных, которые отправляются в браузер при входе в систему и при загрузке страниц. В итоге более 100 мегабайт JavaScript больше не нужно отправлять в браузер. И это действительно поможет упростить и ускорить работу Nextcloud. Таким образом, подводя итог между работой с базой данных и улучшением интерфейса, Nextcloud больше не заставит вас ждать. А теперь я хочу обратиться к нашей команде инженеров по продажам с просьбой выйти на сцену. Я расскажу о нашей работе в области искусственного интеллекта. В Maxcloud мы хотим предложить искусственный интеллект, который облегчит вашу жизнь, но мы также хотим быть прозрачными в отношении недостатков. Поэтому мы создали нашу этичную систему оценки ИИ, чтобы помочь вам решить, какой ИИ подходит именно вам. Мы присваиваем каждой интеграции искусственного интеллекта оценку — красную, оранжевую, желтую или зеленую. Это основано на трех факторах, которые решают некоторые ключевые проблемы, связанные с искусственным интеллектом. Во-первых, является ли программное обеспечение с открытым исходным кодом? Это позволяет вам адаптировать обучение, возможно, устранить предвзятость или оптимизировать энергопотребление. Второй, эта модель находится в свободном доступе. Это позволяет вам запускать ее везде, где вы хотите, включая ваш собственный центр обработки данных, чтобы избежать утечки ваших данных. Третье место — это доступные данные для обучения. Таким образом, вы можете искать покупателей и решать другие проблемы, а также переобучать модель по своему вкусу. Мы не только обеспечиваем прозрачность наших внедрений искусственного интеллекта, но и предоставляем возможность выбора. Мы выбрали подход, отличный от других, и хотим, чтобы у вас был выбор между различными вариантами искусственного интеллекта. Поэтому мы усердно работали над тем, чтобы для всех функций, таких как перевод, обработка текста или диктовка, мы предлагали множество вариантов, как локальных, так и удаленных. Таким образом, Nextcloud уже позволяет использовать удаленные сервисы ARI, такие как ChatGPT, DALL-E или DeepL. Но наша цель — создать и предоставить настоящий локальный ИИ с открытым исходным кодом, который соответствует нашим ценностям и нашей этической системе оценки ИИ. Теперь ИИ становится неотъемлемой частью Nextcloud. Это здорово. Искусственный интеллект и машинное обучение были частью Nextcloud Hub во многих отношениях, как очевидных в последних выпусках, так и уже работающих в фоновом режиме для вас. Например, эти функции искусственного интеллекта и машинного обучения в Nextcloud уже запущены и на 100% имеют открытый исходный код. У нас есть функция распознавания лиц и объектов, которая не отправляет ваши фотографии третьим лицам. Наш интеллектуальный почтовый ящик входящий настраивается на основе ваших данных на вашем сервере, и все расшифровки кода также генерируются локально, вот лишь некоторые из них. Вы можете найти эти интеграции во многих местах в Xcloud. Например, вы можете найти перевод в нашем текстовом приложении, а также в приложении для видеочата Nextcloud Talk. Или вы также можете сгенерировать изображение в обоих приложениях. В прошлом году мы представили вам Nextcloud Assistant, первого в отрасли помощника по искусственному интеллекту, полностью размещенного на вашем сервере. Он основан на большой языковой модели. Он на 100% имеет открытый исходный код и полностью работает локально, без передачи данных третьим лицам. Завершается почти полный пересмотр пользовательского интерфейса, того, как работает наш ассистент искусственного интеллекта на серверной части, плюс масса новых важных функций. И мы решили, что сейчас самый подходящий момент для составления списка вызовов. Ассистент 20. Давайте посмотрим на ассистента в действии. Вот здесь Кристина просит ассистента дать ей советы по организации ее мероприятия. Затем ассистент приступит к поиску ответа для нее. И когда это будет сделано, он предоставит результаты запроса. В данном случае вот несколько очень полезных советов по организации онлайн-мероприятия. И это может быть реализовано полностью локально, с использованием локальных моделей больших языков с открытым исходным кодом. Кристин также полагается на помощника, который обобщает эти длинные сообщения электронной почты, экономя ее время при их чтении. Кристин готовится ко Дню свободы WordPress. И теперь она может записать свой голос и попросить помощника расшифровать его. Но, возможно, вы уже видели одну из главных особенностей этого выпуска в этом диалоге. Пишите в контексте. Контекстная запись в Nextcloud позволяет вам давать помощнику инструкции о стиле и формате, в котором вы хотели бы что-то написать. Давайте посмотрим, как Кристина использует это.
Кристин должна представить крупному спонсору краткое описание программы юридической защиты и поддержки, которую они рассматривают для финансирования. Next Loud Right дает ей отличный старт. Она начинает с того, что приводит краткое описание спонсора предыдущего проекта, программы по обеспечению безопасности журналистов, в качестве примера того, чего она хочет. Затем она добавляет проектное предложение программы правовой защиты в качестве исходных данных для Context Right. Теперь Context Right приступает к работе, беря оба документа и создавая новый ответный брифинг для программы правовой защиты. Конечно, ей нужно просмотреть и перепроверить документ, но этот черновик экономит массу времени. Для Кристины это дополнительная поездка. Ассистент сохраняет предыдущие запросы, так что вы можете скопировать результаты или повторно выполнить тот же запрос. Вы также можете отменить запущенные запросы, что очень удобно, если вы решите изменить свой запрос. Тем временем Николь получила электронное письмо от Кэстрин о координации проекта. Она прочитала электронное письмо и обдумала предложенные ответы ассистента, но решила, что лучше назначить встречу. Следующий ассистент OutCloud сэкономит ее время, предложив не только название мероприятия, но и краткое описание тем на основе электронного письма. Все, что ей нужно сделать, это выбрать время и приступить к другим своим задачам. А теперь скажите, вам знакомо чувство, когда вы просыпаетесь утром и в чате появляется сотня новых сообщений? Кристину это больше не беспокоит, потому что она знает, в чем дело. Она использует совершенно новую сумму. Это искусственный интеллект-бот с NextCloud, который может генерировать для вас ежедневную или еженедельную сводку всех сообщений в каждом чате. Таким образом, вы будете в курсе событий за считанные минуты. Но в чате был вопрос к Кристине. Когда аудио и видеооборудование прибудет в Париж? Вот тут-то и включается контекстный чат. В то время как Context Right может писать текст за вас, контекстный чат позволяет задавать вопросы о документах и данных в вашем следующем облаке. Давайте посмотрим. Контекстный чат проиндексировал все ваши файлы и документацию, а также может извлекать информацию из других приложений, таких как почта, календарь, Deck и Talk. Так что если вы знаете, что вам нужно знать о процессе отпуска в вашей организации, вы можете просто спросить. Контакт проверен, мы найдем ответ в документации. Чтобы повысить точность ответа в контекстном чате, вы можете выбрать источник. Возвращаясь к поступлению аудио-видеоаппаратуры, Кристина знала, что ответом был инертный файл с кодом цены. Поэтому она открыла помощника, выбрала документ и затем задала вопрос, во сколько прибудет материал. Буквально через мгновение пришел ответ. Аудио-видеоаппаратура прибудет в Париж 30 мая 3. Когда мы имеем дело с большим объемом информации, как это делаем все мы, в этот день, я думаю, контекстный чат окажет огромную помощь. Это касается нашей второй важной новой функции — контекстного чата. Однако теперь мы добавили помощника и на ваше мобильное устройство. Вы можете просто открыть систему в приложении NextCloud и ввести свой запрос. Результат затем можно скопировать и вставить в другие приложения. И помните, что с помощью контекстного чата ассистент может отвечать на вопросы о ваших собственных документах. А с помощью контекстной записи ассистент может использовать некоторые контексты, такие как заметки о встрече плюс пример, и писать сложные документы для вас. Мы внесли другие улучшения в работу ассистента. Теперь он поддерживает ускорение графического процессора. Мы добавили новые большие языковые модели, но вы больше не ограничены теми Elm, которые мы поддерживаем. iField быстро развивается, так что теперь вы можете добавлять Elm самостоятельно, когда они станут доступны, не дожидаясь нас. Мы также сделали возможным запуск функции искусственного интеллекта на отдельном сервере, чтобы вы могли использовать оптимизированное оборудование, например, некоторые графические процессоры. И последнее, но не менее важное, мы сотрудничаем с крупнейшими европейскими облачными провайдерами IONOS и OVH, предлагая решения для использования искусственного интеллекта в качестве сервиса. Таким образом, вам не нужно выделять огромный бюджет на графические процессоры. У вас на выбор будет надежный облачный сервис искусственного интеллекта с соблюдением конфиденциальности. Давайте рассмотрим эти функции и многое другое в коротком видеоролике. NextCloud AI Assistant — это первый ассистент с открытым исходным кодом, размещенный на локальном сервере, который помогает вам создавать контент, следить за электронной почтой, чатом и многое другое, не допуская утечки ваших данных.
Сегодня мы представляем вторую версию нашего помощника, которая предоставляет вам больше функциональных возможностей и значительно улучшенный интерфейс. Как вы находите нужную информацию во всех имеющихся у вас документах? Ассистент здесь, чтобы помочь вам. Функция контекстного чата позволяет ассистенту использовать ваши документы для ответов на ваши вопросы. Это означает, что вы не получите общего ответа, но можете прямо спросить, когда прибудет оборудование для Всемирного дня свободы печати. На что можно получить ответ из одного из ваших документов? Вы часто работаете над отчетами или вам приходится заполнять формы? Вам нужно соответствовать тону и стилю, используемым в вашей организации. Возможно, вы захотите написать служебную записку точно так же, как это сделал ваш коллега на прошлой неделе. В 8-м хабе мы внедрили контекстную запись в NextCloud Assistant 2. Контекстная запись может помочь вам создавать подобный контент. Вы просто указываете пример стиля или описываете стиль, который вам нужен, и контекстная запись перепишет ваш контент в этом стиле. Теперь ваш контент будет соответствовать стилю вашего генерального директора, как если бы он был написан ею самой. Следующий облачный ассистент может делать больше, чем просто генерировать текст. Вы также можете создавать изображения на основе описания. Еще одной встроенной функцией является транскрипция аудио. Вы можете записать это прямо здесь или указать ассистенту на аудиофайл, который необходимо расшифровать. Всякий раз, когда задачи выполняются, они добавляются в список выполненных, отмененных и ожидающих выполнения задач искусственного интеллекта. Это позволяет вам отменять, удалять и повторять выполнение задач. Теперь вы можете управлять своим временем и работать более эффективно, полностью просматривая и контролируя свои задачи искусственного интеллекта в NextCloud Assistant. NextCloud Talk упрощает общение, позволяя вашей команде оставаться на связи без особых усилий, независимо от местоположения или устройства. Боты и Talk могут помочь обобщать звонки или добавлять контент из внешних сервисов, таких как система продажи билетов, в ваши чаты. Вам тоже трудно следить за всеми этими чатами? С помощью Hub 8 мы представили нашего первого искусственного робота в NextCloud Talk. Summer AI — это чат-бот с искусственным интеллектом, который использует передовые технологии обработки естественного языка для анализа потоков чата и извлечения ключевых моментов. Вы можете запланировать создание резюме ботом в заданное время. Таким образом, вам будет проще, чем когда-либо быть в курсе разговоров в вашей организации. Ваш помощник NextCloud доступен не только в вашем браузере, но мы также интегрировали его в наши мобильные приложения. Таким образом, вы можете задавать вопросы о своих данных и пользоваться другими функциями, где бы вы ни находились. Искусственный интеллект предъявляет особые жесткие требования к оборудованию. Чтобы помочь вам сбалансировать требования и затраты ресурсов, мы сделали возможным выполнение рабочей нагрузки искусственного интеллекта на отдельном сервере, возможно, оснащенном графическими процессорами, в твой собственный центр обработки данных. Также возможно перенести часть или все рабочие нагрузки и сторонний центр обработки данных, облачный сервис от крупных облачных компаний, таких как OVH и IONOS. Мы сделали NextCloud AI Assistant 20 умнее, быстрее и полезнее, чтобы помочь вам экономить время и быть более продуктивным. Существует множество скрытых улучшений, которые дают вам больше контроля над AI Assistant. Мы добавили две новые большие языковые модели в Hub 8 — Neutral Beagle 14 и Smog. Кроме того, теперь вы можете легко переключать большие языковые модели в любое удобное для вас время, не дожидаясь, пока мы выпустим новые модели. Мы надеемся, что вам понравится использовать NextCloud Assistant 2. И мы с нетерпением ждем ваших отзывов, чтобы продолжать совершенствовать AI Assistant с открытым исходным кодом для всех. Позвольте мне подвести итог. Мы вводим контекстный чат о ваших собственных документах, текст, написанный по-вашему с помощью ContextWrite, бот для сводки ответов и электронных писем для NextCloud Talk и многое другое. Все эти функции Assistant 20 экономят ваше время и доступны с любого устройства. А теперь я хотел бы обратить ваше внимание на общую картину. За последние полчаса вы увидели, как NextCloud облегчает работу Кристин, Алелии и многих других. С этим релизом мы вывели NextCloud на новый уровень, и теперь это цифровой центр, где пользователи могут выполнять свою работу. Эта функция означает, что NextCloud подключается к другим инструментам, используемым в современной организации, и интегрируется с ними. Организация может, например, использовать Microsoft Windows на своих ноутбуках, Android на телефонах. Некоторые отделы могут использовать WebEx. Другие отделы имеют открытый проект, настроенный для управления проектами, а также организация могла бы обмениваться знаниями с помощью XWiki. Все это и многое другое будет легко работать с NextCloud.
и поскольку Microsoft, в частности, занимает доминирующее положение в отрасли. NextCloud предлагает ряд технологий интеграции с SharePoint, Active Directory и Microsoft Outlook или MS Teams. Недавно мы выпустили новую интеграцию с PayPal, решением для управления документами с открытым исходным кодом. Оно упрощает организацию документов и поиск по ним, а также поддерживает множество функций, таких как распознавание текста, что значительно упрощает эту задачу. Далее я хотел бы обратиться к нашему сообществу разработчиков. Независимо от того, создаете ли вы мобильное приложение, которое должно подключаться к NextCloud, хотите ли вы интегрировать независимое веб-приложение, или создаете специализированное приложение NextCloud, наши API-интерфейсы прекрасно документированы для вас. Как вы, возможно, помните, в прошлом году мы внедрили возможность создавать приложения и языки, выходящие за рамки PHP. Для этого используется наш AX API, и мы сделали доступными несколько DEG для упрощения работы разработчиков. Это не только позволяет вам выбирать свой любимый язык, но и приложения, использующие этот фреймворк, не могут взаимодействовать с другими приложениями в NextCloud. Мы можем поддерживать стабильные API, а администратор может распределять ресурсы, на которых запущены службы с высокой нагрузкой, на другом сервере с соответствующим оборудованием. И последнее, но не менее важное, все это также дает преимущество в плане безопасности. В этом выпуске появились некоторые новые функции для внешних приложений. Во-первых, мы создали способ для этих приложений определять экран настроек для администраторов или пользователей, используя декларативный синтаксис. Во-вторых, мы сделали возможным внедрение полноценного пользовательского интерфейса в NextCloud. В файлах уже есть интеграция меню, поддержка изменений API чат-бота. Приложения теперь могут обладать некоторыми значительными возможностями интеграции, и мы постоянно работаем над их расширением. Далее, администраторы по достоинству оценят, что мы перенесли нашу интеграцию с EE в новую внешнюю платформу приложений, что позволяет запускать эти различные функции EE на отдельных серверах. И последнее, но не менее важное, если вы являетесь разработчиком внешнего приложения в нашей экосистеме участников, теперь вы можете использовать наш TransifeX, чтобы получить помощь от нашего замечательного сообщества переводчиков. Мы хотим помочь вам начать создавать приложения, поэтому нам нужны два новых руководства. Во-первых, привет, мир для разработчиков приложений, чтобы начать работу было проще, чем когда-либо прежде. И во-вторых, мы представляем руководство по использованию GitHub CodeSpaces в качестве среды разработки. Вы можете найти эти и многие другие руководства, если зайдете на наш веб-сайт для разработчиков nextcloud.com. Это лучшее место, где можно начать создавать приложение для NextCloud. А затем, когда вы наконец создадите свое приложение и выпустите новую версию, важно сообщить пользователям, что вы изменили. О новых функциях, исправлениях ошибок, улучшениях и многом другом. В Hub 8 пользователи будут получать своевременные уведомления об обновлениях приложений, гарантируя, что они будут в курсе ваших изменений. Конечно, не каждый пользователь уже знаком с вашим приложением, поэтому мы также ввели новый раздел обнаружения в App Store. Это поможет администраторам обнаружить ваше приложение и, надеюсь, привлечь к нему гораздо большую аудиторию. Конечно, в следующей экосистеме облачных разработчиков всегда происходит гораздо больше изменений. В течение последнего месяца мы постоянно совершенствовали наш магазин приложений. И теперь мы добавили возможность пользователям сообщать о комментариях в виде спен. А для разработчиков приложений на PHP мы внедрили новый механизм маршрутизации, который упрощает код. Если вы разработчик, пожалуйста, не стесняйтесь поделиться своими отзывами о том, на чем нам следует сосредоточить наши усилия, чтобы еще больше улучшить ваш опыт. Мы с нетерпением ждем приложений, которые вы разрабатываете. И прежде чем позволить Фрэнку завершить это выступление, я хочу еще раз сказать, что это было бы невозможно без нашего замечательного сообщества. Спасибо вам за то, что вы сделали NextCloud таким, какой он есть. И если вы тоже хотите принять участие, вы можете зайти на наш веб-сайт и узнать, как это сделать. Спасибо всем замечательным ведущим. Я думаю, что это действительно грандиозный релиз и, по-моему, самый потрясающий на сегодняшний день. NextCloud Hub 8 действительно потрясает. Так, например, у нас есть функция одноразовой загрузки, о которой часто просили, и это очень полезно.
У нас есть интерактивные виджеты. Я имею в виду, что это действительно суперинновационная, новаторская функция. У нас есть функция команды, которая позволяет намного лучше организовать взаимодействие между членами вашей команды. Это действительно здорово. В программе Excellent Talk вы можете редактировать сообщения. У нас появилась новая функция объединения — федеративный чат, которая является действительно инновационной и замечательной. Функция ведущий накладывается на множество других небольших улучшений. В календаре мы должны улучшить автоматическую поддержку «Свободен и занят», чтобы просто сделать вашу жизнь намного проще. У вас улучшен пользовательский интерфейс и скорость загрузки почты. У нас есть суперкрутые функции искусственного интеллекта, например, возможность предлагать ответы на ваши электронные письма. Приложение таблицы улучшилось благодаря поддержке приложений. Офис стал намного быстрее, так что это действительно здорово. Нам стало проще обмениваться информацией в коллективах и, конечно же, благодаря суперинновационным функциям искусственного интеллекта, таким как контекстный чат и контекст-райтер. Так что все вместе, это очень хороший релиз. Команда Nextcloud очень-очень гордится всеми достижениями, которые были сделаны для этого релиза. Но давайте также послушаем и другие голоса. Меня зовут Андреас Клоц, и я управляю локальным облачным кластером HIFIS в центре Берлина. И мне, вероятно, придется немного подробнее остановиться на этом вопросе. Итак, ассоциация Гельмгольца — крупнейшая исследовательская организация в Германии. У нас есть 18 исследовательских центров по всей Германии, в которых работает до 48 сотрудников. И HIFIS — это платформа, задачей которой является предоставление цифровых услуг для науки, и мы делаем это, предоставляя им объединенные сервисы. У нас есть магистральный кластер HIFIS. Они занимаются созданием сетей и федеративной идентификацией. А еще у нас есть программный кластер HIFIS. Они занимаются исследовательской разработкой программного обеспечения и образования. Таким образом, мы обучаем ученых тому, как программировать устойчивым образом. А еще есть программный кластер HIFA, в котором я работаю. И перед нами стоит задача предоставить облако Гельмгольца, которое представляет собой платформу, на которой центры Гельмгольца могут предоставлять свои услуги, которые у них уже есть в эксплуатации, другим центрам Гельмгольца. Какие факторы влияют на ваше решение выбрать Nextcloud в качестве платформы для совместной работы с контентом вместо других решений? Что касается HIFIS, на самом деле мы только что осмотрелись в Helmholtz и заметили, что Nextcloud есть везде. Насколько мне известно, у нас уже было по меньшей мере 8 запущенных экземпляров Nextcloud в Helmholtz. Так что наша задача состояла в том, чтобы просто найти их и собрать вместе. И я действительно не могу говорить за сами центры и за то, как было принято решение. Но я думаю, что это во многом связано с очень сильной приверженностью Nextcloud открытому исходному коду и с тем, насколько мы можем контролировать наши собственные данные с помощью Nextcloud. Какие ощутимые преимущества или позитивные изменения произошли в вашей организации с момента внедрения Nextcloud? Таким образом, благодаря Nextcloud сотрудничество исследователей стало действительно интуитивно понятным. Таким образом, вы всегда знаете, что если вы хотите сотрудничать с кем-то, вы просто отправляете им ссылку из облака, и они уже знают, как это сделать. И мы также чувствуем, что мы гораздо лучше контролируем наши данные. И как и на всех конференциях, научных совещаниях и так далее, мы просто знаем, что куда бы мы ни пошли, наши данные всегда с нами, будь то с клиентами синхронизации или в интернете, доступ к которым осуществляется через Wi-Fi или мобильная сеть. И все это по-прежнему находится в безопасном месте. Существуют ли какие-либо специфические функции Nextcloud, которые особенно хорошо соответствуют потребностям или приоритетам вашей организации? Особенно для HIFIS. Это, безусловно, будут функции федерации. Так что нам очень нравится возможность федеративного входа в систему. Например, я могу использовать свои учетные данные HUB для входа в систему и в другие облачные инстанции Next, и, что еще более важно, возможности OpenCloud Mesh. Так что возможность совместного использования между инстанциями Nextcloud очень важна для нас. Вы знаете, как работает наша организация Кьор Сварстеллен? Меня зовут Свен Томпсон. Я главный IT-директор земель Шлезвиг-Гольштейн и главный специалист по информационным технологиям в области цифровых технологий в Ландесвервальтунге. Das ist был прав. Machen also im Prinzip Ministeriumsarbeit, das Erzeugen von Texten, Dokumenten.
Мы с Кнапом приехали в Верцигтаузенд. Нуцеринен и Нуцер в Кнапунс ван Цигтаузенд. Это Арбайтсплцен. Я очень рад, что у меня есть все необходимое для ноутбуков и мобильных устройств. Мы очень заинтересованы в том, чтобы в Шлезвиг-Гольштейне было больше возможностей, чем в других местах. Вы согласны? Вирмерген, я хочу, чтобы вы знали, что такое Цусаменарбайтинг, и что такое Гемейнсаменарбайтинг и документальный комплект, который вам нужен. Это не что иное, как мера, которая может повлиять на дату и время, и на то, что вы хотите знать. Потому что вы знаете, что такое Цусаменхрен. Человек, который знает, что такое Цусаменхрен. И что такое Цусаменхрен? Человек, который знает, что такое Цусаменхрен. 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 Видер в центре внимания стоит. Зондер для сбора информации о Гемейнсаме, центральной городской информации и регуляции в течение ночи в Цугривдарауфе. Да, это действительно так. Это было так важно для понимания сути вещей, а также для того, чтобы понять, как они функционируют. Был ли Синт и Хризуптиген где-то рядом с Бестребундом, в соседнем облаке, в Шлезвиг-Гольштейне, в Эрвайтерне? Я здесь. Все было так, как я хотел на самом деле. И информация, содержащаяся в классическом браконтексте, распространяется по всему следующему облаку и полностью централизована. Quasi alles das, was mit «Ich gehe mit Dateien und Informationen um» in klassischem Bürokontext, das können wir auch Я был очень рад, что эта ночь прошла так хорошо, что мы восстановили инфраструктуру. Да будет так, 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 да будет так. Я хочу, чтобы это было так, да будет так, сэр. Я хочу, чтобы это было так относительно просто, чтобы это было так, 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 чтобы это было так. Чтобы это было так, 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 таблицы. Next, все, что я вижу, это дурной сон с точки зрения. Все, что я вижу в классическом факторе, все, что я вижу, это то, что я вижу в реальном мире. Все, что я вижу в реальном мире, 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 все, что я вижу в реальном мире. Добрый день, Винсент Фуке. Я несу ответственность за образование и коллективную деятельность в обществе Джип-Джип Групп. СИП – это международный бретонский госпитальный синдикат, который занимается вопросами, связанными с оказанием медицинских услуг, в том числе с оплатой труда для групп госпитальеров на территории. Департамент истории и информации в Тренте и Департамент информационных технологий в области Востока являются общественными службами и департаментами, которые занимаются разработкой новой деятельности, связанной с коллективным образованием. И не хотят возвращаться к вопросу о направлении коллективных услуг и образования, а не о панах, которые занимаются принципалом информационных служб для всех. Это коллеги департаментов. NSCloud — это единственное решение, которое необходимо для развертывания коллективов для людей и для их союзников. Это единственное решение, которое позволяет участвовать в мероприятиях и сотрудничестве между эльфами и союзниками, а также обеспечивает безопасность важных моментов в жизни на третье, а также является основным дополнением к технике ПТР. Окружающая среда не требует развертывания только для предоставления услуг. И это еще не значит, что я не знаю, есть ли у вас возможность получить доступ. Это не значит, что вы вступаете в колледж, а значит, вы должны быть в восторге от колледжа. У меня есть домициль, где живут гранды родители, которые живут в мобиле, чтобы помочь австралийскому населению в его поисках. Все, что касается инфраструктуры для партийного образования, это то, что люди, в частности, хотят, чтобы все было просто. Это изолировать центр обработки данных СИП от людей, которые не могут избежать взаимовыгодного взаимодействия. Сан. Сейчас не время говорить о летнем возрасте. Возможно, речь идет о новом декоре в области инфраструктуры. Мне очень жаль, что я не знаю, где находится мой сын, и не знаю, как он работает в этой области инфраструктуры, потому что все, кто подключился к установке, находятся в облаке, а также в центрах обработки данных СИП в Рено. Я не хочу, чтобы облако было облачным, потому что оно не является окончательным решением проблемы киберпреступности и неправильного распределения населения среди пользователей, которые не имеют доступа к интернету. Извините, что я не являюсь главным в свершившемся факте, поскольку нет доказательств того, что Ларскилл командует группой сопровождающих лиц или СВЕС, сын, пользующийся интернетом в форме изменений в использовании. Я рад, что вы с Джеймсом занимаетесь тем, что делаете для поддержания, для развития, для достижения целей.
Я работаю над тем, что происходит в облаках, над обзором решений по контурированию и размещению документов, которые являются частью свершившегося факта, как арендатор для людей. Как арендатор для людей с привычками. И я рад, что ни эльфы, ни пришельцы не являются случайными прохожими без разрешения. Это простое использование. Я рад, что в настоящее время нахожусь в командировке в коллеже. Ограничение свободы означает получение разрешения на ведение активной образовательной деятельности. Разрешение на участие в доступе к документам и так далее. Не выходи и не говори, что ты не принадлежишь к числу тех, кто проходит мимо. Спасибо всем за такую замечательную поддержку. Я действительно рад видеть, что работа сообщества NextLot делает жизнь миллионов пользователей лучше и, конечно же, безопаснее. Все, что мы показали вам сегодня, на 100% является открытым исходным кодом и доступно для скачивания уже сегодня. Так что вы можете просто немедленно зайти туда и попробовать это. Спасибо всем, кто внес свой вклад в создание этого замечательного релиза. И большое спасибо за то, что присоединились к нам сегодня. Наслаждайтесь этим замечательным релизом.